Во Владимире скоро появится еще один новый жилой комплекс под названием «Содышко». Он будет состоять из 6 многоэтажных домов и расположится на пересечении улиц Горького и Лакина. Строительство первого дома уже активно ведется. Почему стоит купить квартиру в ЖК «Содышко»? Обо всех преимуществах нового микрорайона мы расскажем прямо сейчас. Два мира, одна квартира. Это о новом жилом комплексе «Содышко». ЖК «Содышко» – это не только отдельный микрорайон со всей инфраструктурой, но и собственный оборудованный пляж на берегу реки. Жилой комплекс удачно расположился на пересечении улиц Горького и Лакина. Он будет состоять из 6, 15, 17-этажных домов. В жилом комплексе будет предусмотрено абсолютно все для комфортного проживания жильцов. 5 магазинов, включая продовольственные, фитнес-центр, аптека, парикмахерские, 2 детских сада на 150 мест. Жилой комплекс будет огражден, то есть доступ постороннего транспорта и каких-то лиц будет ограничен. Но на территории планируется строительство многоуровневой парковки. Комплекс работ по благоустройству придомовой территории будет включать в себя устройство проездов, тротуаров, озеленения. Также на территории ЖК «Содышко» разместятся детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых. Будет в новом микрорайоне благоустроено общегородское место отдыха, парковые зоны с прогулочными и велосипедными дорожками, а также набережная и пляж. К ним отдыхающих приведет благоустроенная аллея, которая станет продолжением улицы Белоконской. Кстати, предполагается и строительство надземного пешеходного перехода для безопасности владимирцев. Сейчас возводится первый дом. В нем большой выбор однокомнатных, двухкомнатных квартир и квартир-студий. У каждого жителя в квартире будет установлена входная дверь, современные радиаторы, пластиковые окна, а также балконные двери. Приятным сюрпризом станут остекленные лоджии. Причем некоторые из них будут полностью панорамные, но также можно выбрать и стандартное остекление. Главное, что все это будет входить в стоимость квартиры. Близко к жилому комплексу расположены все социально значимые учреждения и объекты инфраструктуры. Детский сад номер 107, 126, 96, 31, школа номер 25, Владимирский технологический колледж, филиал городской поликлиники, почтовое отделение, супермаркеты, остановка транспорта в 5 минутах ходьбы. В доме предусмотрена крышная котельная, а значит платежи за коммунальные услуги будут ниже. Строительство идет высокими темпами, все по плану. Первый дом будет сдан в 4-м квартале следующего года. Скоро начнется строительство второго. Варианты приобретения различные. То есть это оплата наличными средствами с привлечением ипотечных кредитных средств. Причем ипотечная ставка вот именно для этого жилого комплекса от 7%. С внесением там минимального первоначального взноса вы можете рассчитывать, что ежемесячный платеж в ипотеку у вас составит от 7500. У нас были такие варианты. Также предусмотрена беспроцентная рассрочка до окончания строительства. Если вы заинтересовались покупкой квартиры в жилом комплексе «Содышко», звоните в отдел новостроек компании «ИОФА и партнеры» по телефону 377-022 или зайдите на сайт www.iofapartners.ru, где представлена полная и актуальная информация.